8100 школьников Верхневолжья планируется перевести на односменный режим обучения до 2024 года. Дополнительные места будут открыты за счет капитального ремонта и строительства новых учреждений в Твери, Торжокском, Калязинском, Конаковском и Бежецком районах. Верхневолжье приняло активное участие в конкурсных отборах на получение субсидий с федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование на 2020-2022 годы». В результате из федерального бюджета дополнительно привлечено более 2,5 миллиардов рублей. В ближайшие 3 года средства направят на строительство новой школы в Твери, создание еще одного кванториума и 4 IT-кубов, создание регионального центра поддержки талантливой молодежи и ряд других мероприятий. 100 миллионов рублей только с 2016 года на такие мероприятия выделено. Мы ввели порядка 2000 мест. Это и отдельные здания, и помещения внутри школы. Более того, мы стараемся ввести эти места под ключ, то есть оснастить современной мебелью, создать рабочее место электронное для учителя и для учеников, и, где необходимо, отремонтировать туалетные комнаты, коридоры, рекреации.